Йо, вы меня просили снять Chicken Gun. Я его нашел, но меня смутило одно. Это перестрелка петухов по сети. Петухи стреляют и воюют друг с другом. Игра для петухов? Понятно. В общем, я ее поставил, но не смог пройти проверку на петуха. Игра решила, что я не петух и попросту меня не впустила. Поэтому сегодня я бомж, милый бомж. РП город, все работы, ищу пошлую сестру, которая... Которая что? Какая пошлая сестра? Как зайти? Я тоже хочу найти пошлую сестру. Где? Где? Как? Как? Я вас прошу. Город РП, я музыкант. Да, я бомж-рэпер. Опа. Ничего качает. Добрый вечер. Ясно. Не подскажите, как стать рэпером? А вот этому чуваку, пожалуйста, подскажите, как стать водителем. Ладно, никто не хочет мне ничего подсказывать. О, вау! Так, стоп. Если это русские улицы, то какого фига здесь китайский танк? Или это не китайский? Напишите в комменты, какой это язык. Эй, я так понял, это типа сцена для выступления. Нифига, тут модный микрофон. Не успел я стать рэпером, меня уже убили! Короче, я присел, думал, тут концерт будет. Я билеты купил. Косарь за вход, а концерта нет. Нормальный бит, кстати, качает. Короче, пацаны, раз тут никто не выступает, выступлю я. Буду самым крутым рэпером на районе. Нормальный бит у вас тут, пацаны. Качает мощно, мощно давят низы. Я бомж, решил начать читать рэп. Ты на дичок, но читаю я нотпэд. Подпишись на мой канал, друг. Пока я ножом тебя не порну. Ставь лайк, пиши коммент. Потом прилетит мой нож в тебя в момент. О-о-о-о, у меня уже два зрителя. Спасибо, братан, что послушал. Спасибо, братан, что тоже пришел на мой концерт. Я теперь популярный рэпер. Это был мой единственный зритель. Итак, бандиты, так я стал популярным рэпером. Приобрел тачку, обзавелся охраной. Так что, пацаны, жизнь удалась. Так что стремитесь, пацаны, и все у вас будет. Я стал популярным. Скупил все бухло в магазине. Я превышал скорость, неаккуратно водил. Купил гараж, но как мудак парковался на газоне. Орал под окнами рано утром. Я вообще вел себя как мудак. В конце концов, за мной стала охотиться полиция, а впоследствии и армия. Однажды я снова сильно нажрался, сел за руль и, не справившись с управлением, я попал в ДТП. И знаете что? Меня возненавидели все мои фанаты. Я снова стал никому не нужным бомжом. Так как я пропил все свои деньги, живу я теперь в этой палатке, а когда зима, живу вон в том фургоне. Так как все деньги я пропил, что с бомжа взять? Единственное, на что мне хватило, это вот на этот сраный скутер. Так что мораль такова, не надо становиться рэпером. В общем, я решил, что нужно как бы что-то это сначала начинать, а то что на дне-то валяться. Я, конечно, бомж, и мне это нравится, но надо как бы строить свою жизнь. Поэтому я протрезвел, собрал все силы в кулак и поехал менять свою жизнь. Да бля! А это что за движуха? Пацаны, что за движ? Я бывший популярный рэпер. Я не понял, а у нас что, типа, уже война в городе? Это другие рэперы. Это так они решают между собой, кто из них круче. Не-не-не-не-не-не! Я-то бывший рэпер! Не надо выяснять со мной отношения. А карьера рэпера у меня не задалась в том городе, поэтому я решил... О, какой мотоцикл. Поэтому я решил свалить оттуда в Казахстан и начать все с нуля. А чтобы начать с нуля, мне нужно как-то подниматься. Деньги давай! Сори, бро. Но мне надо подниматься. Так закончилась моя карьера, непонятно кого, просто она закончилась. Поэтому я купил билет на самолет и решил отправиться в другой город. Итак, бандиты, я снова приехал в Россию. Где все люди? Похоже на какой-то зомби-апокалипсис. Не, реально, а где все? Эй, я новичок в городе, только приехал. А где все? Прифт. Мы кое-где. Это секретно. Что мне делать, чтоб подняться? А, ну да, капец, вы секретные. Или он не с ними? Здорово. Какой-то он неразговорчивый. Прослежу-ка я за ним, он очень подозрительный. Что ты тут делаешь? Ты подозрительный. Я хос.
Фух. Не, ну он был очень подозрителен. Я перепугался. Я только приехал в город и уже совершил убийство. Да как мне нормально-то жизнь начать? А вы знали, что в городе действует программа «Доступное жилье»? Вы только посмотрите, я вот купил себе огромную квартиру за 20 миллионов рублей в ипотеку на 150 лет. Ну, мои внуки еще будут платить. У меня здесь есть окно, дверь, стены, пол и вы не поверите. Потолок! Да, жизнь прекрасна. Вы только посмотрите. Какой вид-то! Какой вид! Короче, я так и не понял, что в этом городе происходит, что там за тайные люди сидят. Поэтому я просто решил сидеть на стуле и ждать у моря погоды. Опа! Это что, какие-то бандиты? Сделаем вид, что я его не заметил. Говорят, если не шевелиться, то бандит тебя не увидит. А, это про тиранозавров, блин. Номер 22813. Чего? Мне что, номер присвоили? В общем, я сидел тут в баре, кушал розовый слиток. И мне пришла в голову одна мысль. Чтобы найти всех этих ребяток, мне нужно посмотреть на город с воздуха. Так, эти дворы пустые. Сейчас я их найду. Так где же вы, сволочи? Нет, 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 стоп, 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 стоп. А, о, о, о! Так, это кто? Что это за хитрый жук такой? Надеюсь, меня не видно. Я же неприметный, капец. Угу, я нашел их базу. Незаметно приземлимся. Найс открыл. Здесь камера. Надеюсь, она не работает. Опа. А я их нашел. Добрый вечер. Он чужой! Да я выследил тебя. Ты бы лучше умел скрываться. Кто он? Лучший шпион мира. Что тебе надо? Да в целом ничего. Я просто хотел вас найти. Это ты мне звонил? Нет. Ребят, если вы решили скрыться, то вам следовало сделать это лучше. Смотри мне в глаза. Смотрю. Ну чё? Беги, пока даю. Ладно. Что произошло вообще? Ты уволен. Сука, я поставил чувака. Да, в смысле подставил? Я наоборот, главному чуваку показал, что его охранник не способен ни на что. Ты должен меня отблагодарить. Я показал, что твоя охрана ни на что не годна. Ты пил на работе, стрелял в помещении, не слушал меня. Чувак, я сделал тебе услугу. Я показал, кто работает с тобой. Тупые бездари. Я теперь без работы. Так, этот чувак теперь хочет моей смерти. Константин Дисконнект. Подняться в этом городе мне не удалось, но по крайней мере я раскрыл местонахождение местной мафии. Впоследствии эта мафия попросту ливнула из сервера. Так что я думаю, я сделал все правильно. Напиши в комментах, как ты думаешь, и подпишись на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!